В середине 17 века казацкое население Запорожской части постоянно воевало с поляками-татарами. Территория Малороссии вся была залита кровью, спокойной жизни не было, и многие решали сбежать за поисками мирной жизни в Россию. Их предводитель Богдан Хмельницкий, понимая, что одним не справится и сила запорожцев на исходе, обратился за помощью к русскому царю. Вот этот процесс переселения, он шел во время вот этого восстания, народного восстания Богдана Хмельницкого на Украине, сбегая от притеснений, от насаждаемого католичества, люди переселялись сюда, в православные земли. И это было на руку в том числе и московскому правительству, потому что в тот момент вот южные российские земли, они только осваивались. Шло освоение так называемого «дикого поля». Переселенцы с Украины в Воронежской губернии вели сторожевую службу, защищали пограничье. Так выходцы с Украины поселились в Землянском, Бирючинском, Рамонском, Семилукском, Хохольском, Острогожском, Павловском, Кантемировском уездах, Картаяке. Доля населения украинцев на территории современной Воронежской области составляла 40% от общего населения края. Начиная с 17 века и вплоть до 1917 года южные, юго-западные регионы, уезды, административные единицы Воронежского края, они были населены преимущественно украинцами. Вот по переписи 1897 года, например, свыше 90% населения Острогожского уезда – это были как раз украинцы. Украинскими переселенцами был основан Дивногорский монастырь. Игумен Гурий в 1653 году в 26 километрах от Острогожска вместе с братьями поселились в этом месте. Территория находилась под угрозой постоянных набегов татар. И переселение сюда казаков с Украины, людей, скажем так, служилых, заводившее хозяйство, было просто необходимо. Город Острогожск был основан в 1652 году. Как раз основан он был полковником Зиньковским и 1003 казаками, которые с Украины переселились сюда, к нам, в наш край, убегая от притеснений поляков. Ну, в тот момент в Речи Посполитой шло как раз народное украинское восстание. Культура украинского народа оказала влияние на менталитет Воронежской губернии, на особенности строительства домов, народную одежду, кухню, внутрисемейный уклад, нравственно-психологический облик населения и принесли свои обряды. Это, кстати, хорошо описал в своих записках секретарь Петра Корнелий де Бруин. Они были здесь в 1695 году, и он написал: «Население Воронежского края – черкассы или малороссы, очень чистоплотны, очень гостеприимны, песни их мелодичные и певучи. В большинстве своем они пришли на Украину с Украины при гетмане Богдане». Украинцы придерживались патриархального уклада жизни. Во главе семьи стоял мужчина, отец или дед. Редко, если умирал муж, главой в доме становилась жена. Вообще, женщина традиционно играла основную роль в доме. Не было принято создавать браки между украинцами и русскими. За правило было жениться на своих. Украинцы ездили искать жену-украинку, как бы далеко она ни жила. Ценились украинские традиции, почиталось уважение к старшим. Моя бабушка, дожившая до 95 лет, рассказывала, что вот память о переселенцах и вот этот украинский говор сохранялся, прямо скажем так, ну, в поколениях. Объединение с Украиной послужило поводом для проведения денежной реформы. Она была проведена как раз после Переяславской рады. Была необходимость создать унифицированную монету, которая могла бы ходить и на территории России, и на территории присоединенной Украины. Как мы знаем, вот по результатам Переяславской рады, в дальнейшем в результате русско-польской войны, к России была присоединена левобережная Украина с Киевом. До присоединения там ходила немецкая монета, немецкие таллеры. И, соответственно, вот эта денежная реформа, она привела к образованию рубля, который чеканился тоже по образу европейской монеты. После революции многие обряды народной традиции стали забываться. Часть украинцев в советские годы стали возвращаться либо назад в Украину, либо переезжали в другие регионы страны. Ровно 100 лет назад, в январе 1922 года, в Воронежской области было создано украинское бюро, проработавшее 10 лет. Население губернии хотели украинизировать. Работу исполнительных и законодательных органов власти, судов и других госучреждений планировали полностью перевести на украинский язык. Эта попытка провалилась. Непростые отношения сложились у России с Украиной и после недавних событий 2014 года. Когда отношения примут положительную динамику, сейчас прогнозировать сложно. Волей-неволей
русский народ и малоросский, они всегда были братьями. Всегда были братьями. И я надеюсь, что будут братьями и в дальнейшем. До сих пор в Воронежской области остались украинские села, где основной состав жителей полностью украинцы. Как и несколько веков назад, здесь по-прежнему свой уклад жизни, свой диалект, культура и традиции. Вот она, сохранившаяся Малороссия на воронежских просторах. Не тронули ее ни время, ни смена политических систем. Олеся Лисюк, Валерий Бобкин, 41-й канал.